Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Это обзорное видео моего тепличного виноградника на 19 июля 2018 года, Московская область. В общем-то, хочу показать вам развитие своих кустов винограда в теплице. Так как я уже снимал видео о том, как у меня обустроена шпалера в теплице, в обычной промышленной теплице арочного типа, ну вот вам хочу показать, что же происходит на данный момент в моей теплице, какого размера ягодки и как выглядят мои растения. Виноградник свой здесь я один раз профилактически обрабатывал весной топазом. И вот совсем недавно я обработал обычной зеленкой, которая продается в аптеке. 1 мл зеленки на 5 литров воды опрыскал. Никаких болезней я на данный момент не наблюдаю. Конечно, я провел чеканку, потому что уже довольно сильно побеги переросли на данное время. Сейчас пасынки дают хороший прирост. Кстати, в теплице у меня тут, вот, как вы видите, еще томаты растут. Двери, что в одном торце, что в другом, у меня практически постоянно открыты круглосуточно. На ночь я не закрываю. Делаю я это для того, чтобы не было конденсата на поликарбонате. Конденсат, который образуется на поликарбонате, создает избыточную влажность в ночной период. И из-за этого, конечно, условия для развития болезней улучшаются. Поэтому у меня открыты в обоих торцах двери. То есть здесь постоянно сквознячок. Томаты, кстати, тоже практически ничем не болеют у меня. Никакими химпрепаратами томаты я не обрабатывал. Но вернемся к винограду. Вот, посмотрите. Значит, листочки чистые. Что касается ягод. Давайте посмотрим грозди. Это сорт Байконур. Еще не созрели, но уже началось окрашивание. Вот там ягодку вы видите. Грозди довольно крупные. Вообще этот сорт, конечно, я думаю, у него богатый потенциал для выращивания в теплице. Потому что красивые выдает грозди, хорошо опылился. Надеюсь, что в августе и ближе к сентябрю ягодки созреют. Вот, сорт Байконур. Ну и давайте посмотрим, вот тут у меня еще тоже в этом году сигнальное плодоношение сорта Академик. Я оставил небольшие гроздочки. Они уже начали, как вы видите, окрашиваться на 19 июля. Вот, посмотрите, вот одну гроздь, вот эту, наверное, придется, скорее всего, удалить. Если она не будет развиваться, не будет окрашиваться, то, конечно, я ее удалю, немножко еще подожду. И вот тоже маленькая гроздочка. Сахар еще не набрали. Я пробовал, ягоды еще кислые. То есть, несмотря на то, что он уже как бы вроде и окрасился, пока он еще на данный период времени не созрел. Ну вот такое вот небольшое обзорное видео моего тепличного виноградника. По просьбам моих друзей снимаю. Вот то, что сейчас происходит в моей теплице. На этом пока все. Всего хорошего. Пока-пока.